Сон крался к Ивану, и уж померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо, не страшный, веселый, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами человек примерно лет 38. Убедившись в том, что Иван один, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут он увидел, что пришедший одет в больничное, на нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат. Неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал: «Как же вы сюда попали?» Повинуясь сухому грозящему пальцу, шепотом спросил Иван: «Ведь балконные двери и решетки на замках». «Решетки-то на замках», — подтвердил гость. «Но Прасковья Федоровна, милейший, но, увы, рассеянный человек, я стащил у нее месяц назад, тому назад, связку ключей и таким образом получил возможность иногда навестить соседа». Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то толстяка с багровой физиономией, клянущегося, что у них на Садовой поселилась нечистая сила. А впрочем, бог с ним, он продолжил беседу с Иваном. «Так из-за чего вы попали сюда?» «Из-за Понтия Пилата», — хмуро глянув в пол, ответил Иван. «Как?» — забыв осторожность, крикнул гость. «Потрясающее совпадение! Я умоляю вас, расскажите!» Почему-то, испытывая доверие к неизвестному, Иван начал рассказывать вчерашнюю историю на Патриарших прудах и постепенно добрался до того места, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон. Тогда гость молитвенно сложил руки на груди и прошептал: «О, как я угадал! Как я все угадал!» Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой. «Об одном только сожалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича!» И исступленно, но беззвучно вскричал: «Дальше!» И вот Иван закончил, и я оказался здесь. Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта. «Несчастный поэт, но вы сами-то, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагловато». «Да кто же он, наконец, такой?» — в возбуждении, потрясая кулаками, спросил Иван. «Ну хорошо», — ответил гость и веско и раздельно сказал: «Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной. Но до чего мне досадно, что встретились с ним вы, а не я. Видите ли, какая странная история. Я здесь сижу из-за того же, что и вы, именно из-за Понтия Пилата. Дело в том, что год назад я написал о Пилате роман». «Вы писатель?» «Я мастер». Сделался суров, вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелкой буквы «М». «А как ваша фамилия?» «У меня нет больше фамилии», — с мрачным презрением ответил странный гость. «Я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней». «Так вы хоть про роман расскажите», — деликатно попросил Иван. «Извольтесь, история моя действительно не совсем обыкновенная», — начал гость.
Thank you.
Thank you.
Добрый вечер. Берлиоз не композитор. Раз за разом писал поэт Иван Бездомный, пытаясь объяснить загадочное происшествие на Патриарших, свидетелем которого он стал. Берлиоз все время врывался в его показания, путал их, смешивал. И действительно, конечно, Берлиоз в романе «Мастер и Маргарита» Михаила Ивановича Булгакова отнюдь не случайен. Мы сегодня услышали первым сочинением в концерте прозвучала фантастическая симфония Гектора Берлиоза. И хотя это сочинение, которое ни разу не упоминается в романе, фигурирует только персонаж Берлиоз, которому отрубили голову, на самом деле, конечно, это произведение, которое существует как бы за кадром романа, за текстом романа. Очень много скрытых и открытых параллелей. Вспомним хотя бы очевидное. Фантастическая симфония Берлиоза – это во многом автобиографическое произведение, ведь Берлиоз был страстно влюблен в актрису Генриетту Спицину. Он, правда, не принимал опиум как герой симфонии, но немало любовных страстей он пережил. Какие совпадения с романом «Мастер и Маргарита»? Конечно, отрубленная голова Берлиоза. Как и председателю Массолита, здесь главному герою этой симфонии в одной из частей буквально отрубают голову, слышен удар гильотины и звук покатившейся головы. Потом, сквозная линия этой симфонии, тема возлюбленной. В определенный момент оказывается на балу. Как на балу у сатаны оказывается Маргарита. И там тоже темы ее приобретают новые черты. И, конечно, финальная пляска смерти, пляска костей, которая так феерически изображена Берлиозом в финале своей симфонии. Но чем это не прообраз того же балу сатаны и пляски смерти, или чуть раньше, когда Маргарита ездит купаться на реку, да, всех этих загадочных и веселых игр. Словом, симфония хоть и не упоминается в романе сама, но она лежит за текстом. А Берлиоз – это лишь одна из музыкальных фамилий, которые звучат в романе. Действительно, в романе звучат эти фамилии. Роман сам звучит множеством музыкальных аллюзий и музыкальных ассоциаций. Недаром так легко из него сочинился целый абонемент, целая серия концертов, и по загадочным обстоятельствам они многие оказались сконцентрированы сейчас, здесь, в феврале, следующий уже в марте. Словом, ходите, слушайте музыку Большой зал Петербургской филармонии. Какие же фамилии, музыкальные фамилии, скрыты, зашифрованы в романе? Берлиоз персонаж. Стравинский, доктор Стравинский, которому оказывается поэт Бездомный, на попечении которого оказывается он в клинике душевнобольных, конечно, ассоциируется с композитором Стравинским, и эта ассоциация лежит на поверхности. Другая фамилия – это Римский. Римский, конечно, каждый музыкант хочет добавить сразу же вторую часть фамилии – Римский-Корсаков. Римский, который написал вообще-то в том числе оперу «Фантастическую майская ночь». Майская ночь, фантасмагорическое действие, а действие в романе также происходит в майскую ночь. То есть получается еще один план таких аллюзий и ассоциаций. Есть и чисто музыкальные композиторские имена, которые звучат в романе. Вспомним, что на балу у сатаны оркестром дирижирует, конечно, Штраус. Первая скрипка – Вьетан. Словом, есть музыканты, которые попали в рабство, попали, продав душу дьяволу, и теперь играют на балу. Кстати, на том же балу после полуночи начинает звучать джаз. Джаз в романе – это отдельная большая линия, и как и в романе, в абонементах Большого зала Петербургской филармонии, джазовой стороне романа также будет посвящен отдельный концерт. Получается, что джаз, знаменитый фокстрот «Аллилуйя», а также знаменитый грибоедовский джаз, а вспомним, что он звучит у Булгакова, начинается фокстротом «Аллилуйя» ровно в полночь. Но сегодня до полночи мы не доживем, зато во втором отделении мы услышим еще два произведения уже наших практически современников Андрея Петрова и Альфреда Горевича Шнитке, написанных также по мотивам романа. Словом, не отключайтесь, и пока у нас есть еще несколько минут, еще пара слов о музыкальных ассоциациях, которые закрыты в романе. Помимо тех, которые звучат в тексте, фамилий
имен, названий сочинений, как «Фокстрот Аллилуйя», есть и по-настоящему музыкальные ассоциации, которые проскальзывают, как красная нитка. Например, имя Шуберта. Имя Шуберта, которое звучит в телефонной трубке при звонке в квартиру Лиходеева, звучит не самим именем Шуберта, а приютом, ссылкой на его романс. И этот приют становится такой сквозной линией к приюту, вечному приюту мастера, который он обретет в финале со своей Маргаритой. Очень многие исследователи творчества Булгакова говорят о том, что так ли светел этот свет, так ли спокоен этот покой, который обретает мастер в конце романа. И нет ли здесь скрытого смысла? И, может быть, музыка Шуберта — это как раз такой один из ключиков, который позволит нам немножко разгадать. Дело в том, что Шуберт и его чисто романтический образ, трижды романтический мастер, да, опять-таки в романе, недостижимый, волшебный, светлый мир, в который он бесконечно стремится, и довольно мрачный мир окружающий, путный. И чем позднее ассоциации творчества Шуберта, а Булгаков дает нам именно такую позднему Шуберту линию, получается, что тем сложнее и недостижимее кажется этот светлый мир, этот покой, который мы хотим обрести. И есть и чисто музыкальные цитаты. «Славное море, священный Байкал» — еще одно название концерта. Как вы помните, у Фагота — еще одна музыкальная ассоциация, у Коровьева был момент, когда он заставил буквально всех вокруг организовать хоровой кружок и петь, пусть и невольно, «Славное море, священный Байкал». Это и отсылка к советской действительности, потому что кружки, действительно, кружки хорового пения открывались как грибы после дождя, вырастали везде. Хоровое пение считалось хорошим средством объединения коллектива. Ну, приходите на хоровой концерт, узнаете, будем ли мы петь все дружно «Славное море, священный Байкал». И еще две музыкальных ассоциации – это вальс и полонез, музыки Чайковского. Полонез из Евгения Онегина, который тоже, конечно, включен в программу одного из концертов абонемента. Полонез из Евгения Онегина, который гремит во время погони, устраиваемой, опять-таки, Иваном Бездомным за свитой Воланда. И, конечно, это вальс, который гремит, когда Маргарита превращается в ведьму и летит над Москвой. Получается, что музыкальная ткань романа прописана Булгаковым практически как партитура. Это отдельное и большое удовольствие ее расшифровывать, высматривая эти аллюзии, прослеживая их и прислушиваясь к ним. Получается, что партитура романа звучит как настоящая музыкальная партитура. Это отнюдь не случайно. Дело в том, что Булгаков в то время работал литературным консультантом, в том числе в музыкальных театрах. И он жил в музыке, он слышал музыку, когда писал роман. Недаром музыка так глубоко пронизывает его страницы. А сейчас вперед во второе отделение. Узнаем еще несколько страниц романа в исполнении Александра Галибина и услышим Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением Максима Алексеева.
Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы, нехороший цвет. Она повернулась в Тверской, в переулок, и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете, по Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного. И поглядела не то тревожно, а даже как будто болезненно, и меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, она по другой, и не было, вообразите, в переулке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с ней необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, она уйдет, и я никогда более ее не увижу. И вообразите, внезапно заговорила она. Нравятся ли вам мои цветы? Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос. Низкий довольно, но со срывами, и как это не глупо показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на другую сторону и, подходя к ней, ответил: «Нет». Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг и совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так: «Вы вообще не любите цветов?» «Нет, я люблю цветы, только не такие», — сказал я. «А какие?» «Я розы люблю». Тут я пожалел о том, что сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Что же дальше? Вы могли бы и сами угадать. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила сразу нас обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга. Она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец-то ее нашел, и что, если бы это не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста. На другой мы день сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам, и скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.
Thank you.
Она приходила ко мне каждый день. А ждать я ее начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За 10 минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка. Никто не знал о нашей связи, за это я ручаюсь. Хотя так никогда не бывает. Но не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особнячке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, и видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали. Когда шли майские грозы, мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода. Влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Тот, кто называл себя мастером, работал, а она, запустив в волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, перечитывала написанное. Она сулила славу, она подгоняла его, и вот тут-то стала называть его мастером. Она дожидалась этих обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи и говорила, что в этом романе ее жизнь. Буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру номер 50. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фарточка и белой наколки на голове. «Ну что ж, входите, раз звонили», — сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза. Андрей Фокич охнул, заморгал глазами и шагнул в переднюю, снимая шляпу. «Мне необходимо видеть гражданина-артиста». «А пусть войдет!» – раздался из кабинета разбитый голос Коровьева. Войдя туда, куда его пригласили, буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон лился необыкновенный, похожий на церковный свет. В старинном громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пылали дрова, а жарко между тем нисколько не было, даже наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сырость. Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас. «Ну-с? Чем я вам могу быть полезен?» Черный маг
раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками, и, как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли. Заговорил буфетчик, и являюсь заведующим буфетом театра Варьете. Нет, 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 ни слова больше. В рот ничего не возьму в вашем буфете. Я почтеннейший проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Я извиняюсь, заговорил ошеломленный Андрей Фокич. Я и не по этому делу. Я осетрина здесь, она ни при чем. То есть это как ни при чем, если она испорчена? Осетрину прислали второй свежести, сообщил буфетчик. Голубчик, это вздор. Свежесть бывает только одна. Первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая. Я не по этому делу пришел. Совсем расстраиваясь, проговорил буфетчик. Не по этому? Удивился иностранный маг. А какое же еще дело могло привести вас ко мне? Вчера вы изволили фокусы делать. Я... Воскликнул в изумлении маг. Помилосердствуйте, мне это даже как-то и не к лицу. Виноват, сказал опешивший буфетчик, давать сеанс черной магии. А, ну да, ну да, дорогой мой, я открою вам тайну, я вовсе не артист. А просто мне хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре. Ну вот моя свита, он кинул в сторону кота, и устроила этот сеанс. Я же лишь сидел и смотрел на москвичей. Но не меняйтесь в лице.
связи с этим сеансом привело вас ко мне. Изволите ли видеть, в числе прочего, бумажки слетели с потолка. Буфетчик понизил голос, но их все и подхватили. Я, вот видите, заходит ко мне молодой человек, дает червонец, я сдачу ему 8 с полтиной, потом другой, третий, четвертый, я все даю сдачи. А сегодня стал проверять кассу, глядя, вместо денег резаная бумага. Ай-яй-яй-яй, неужели среди москвичей есть мошенники? Это низко, возмутился Воланд, вы человек бедный. Ведь вы человек бедный. У вас сколько имеется сбережений? 249 тысяч рублей в 5 сберкассах, отозвался из соседней комнаты треснувший голос. Но, конечно, это не сумма, снисходительно сказал Воланд. Хотя, впрочем, и она вам, собственно, не нужна. Вы... Когда умрете? Умрет он через 9 месяцев, послышался все тот же дрянной голос из кабинета. В феврале будущего года от рака печени в клинике 1-го МГУ в 4-й палате. Буфетчик стал желт лицом. 9 месяцев, задумчиво считал Воланд, 249 тысяч... Маловато, но при скромной жизни хватит. Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику. Не лучше ли устроить пир и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями? Впрочем, мы размечтались. Покажите вашу резаную бумагу. Буфетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку, развернул ее и остолбенел. В обрывке газеты лежали червонцы. Все отчетливее слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного фальшивых труб. Первым показался шагом следующий мимо решетки сада конный милиционер, а за ним 3 пеших. Затем медленно едущий грузовик с музыкантами. Далее медленно двигающаяся похоронная новенькая открытая машина, на ней гроб весь в венках, а по углам площадки 4 стоящих человека. Но даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица стоящих в похоронной машине людей, сопровождающих покойников в последний путь, как-то странно растерянные. Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же. Бумс, бумс, бумс. Thank you.
Странные похороны, думала Маргарита. И какая тоска от этого Бумса. Ах, право, дьяволу бы заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами. Берлиоза Михаила Александровича, послышался рядом мужской голос, председателя массолита. Удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова. «Какая голова?» – спросила Маргарита. Сосед оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Удивительно было, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость. «Да, изволите видеть», — объяснил рыжий, — «сегодня утром в Грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба». «Как же это может быть?» — невольно спросила Маргарита. «Позвольте». «Позвольте, так это стало быть, литераторы идут за гробом, а вы знаете их в лицо?» «Всех до единого», — ответил рыжий. «Скажите», — заговорила Маргарита, и голос ее стал глух. «Среди них нет критика Латунского». «Ну как же его не может быть», — ответил рыжий. «Вон он, с краю в четвертом ряду». «А вы, как я вижу, ненавидите этого Латунского». «Я еще кое-кого ненавижу сквозь зубы», — ответила Маргарита. «Но об этом неинтересно говорить». «Да, конечно, что тут интересного, Маргарита Николаевна?» «А между тем я к вам послан по делу. Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости».
побледнела и отшатнулась. «Что вы бредите, какие гости! Мерзавец!» — отозвалась она и тут же услышала за собой голос Рыжего. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Иршалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидите здесь на скамейке одна и умоляете его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом и ушел бы из памяти. Побелев лицом, Маргарита вернулась к скамейке. «Но вы что-нибудь о нем знаете?» «Ну, скажем, знаю. Молю, скажите только одно, он жив, не мучьте». «Ну, жив». Неохотно отозвался Азазелла. «Простите», – бормотала покорная теперь Маргарита. «Я, конечно, рассердилась на вас, но согласитесь, когда на улице приглашают женщину куда-то в гости, ну а что за иностранец такой, и какой мне интерес идти к нему?» Азазелла наклонился к ней и шепнул многозначительно: «Но интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем». «Что?» – воскликнула Маргарита, и глаза ее округлились. «Если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем?» Азазелла молча кивнул головой. «Еду!» – с силой воскликнула Маргарита и ухватила Азазелла за руку. «Еду куда угодно!»